Всем еще раз привет на Ютубе. Мы продолжаем гонять безумного Макса. И, ну, физически, в буквальном смысле его гоняем. Так, и мы почти сделали доп-квест. Я там чувствую, еще будет одна супер потная драка. С кучей миллиардов врагов. Так что будет жарко. На и мне вниз. Окей. Патроны, хорошо. Вот зачем стоят две коробки, в каждой из которых по патрону, когда можно поставить одну коробку с двумя патронами? Ну вот так вот, если подумать. Ой. Ты жив? Приятель, ты жив? Еще дышишь? Нет? А, мне кажется, что он мертв. О, эти психи чертовы. Короче, маньяки, которые, ну, типа, убиваются довольно быстро, но очень сильно бьют. И прыгают как психованные. И от некоторых их атак даже увернуться нельзя. Потому что, ну, типа, просто они очень быстро вылетают. Тебя. Ух, все, Макс, все, успокойся. Зачем это мне? А-а-а, ясно. А, я тупо обратно вышел. А, нет, я вышел в другое место уже, все, к битве. Хряк-резак какой-то. Кто такой хряк-резак? Не успел. Screams for ages. You come into my house now. Okay. Ты успей, пожалуй, нет, шапки на меня летят. Посмотри, что они делают. Блюдки мелкие. Вау, в голову-то зачем? Успеешь. Успеешь. Хорош. Нет, не перезарядка, ты дурак, что ли, ну? Во, один видели, красная атака прилетела, то есть я только уворачиваться мог. Пошел отсюда. Давай. Ублюдок, мать твою. Иди сюда. Так. Давай. That.
Нет, в рот, ну сириски. Ну. Джек на опыте. Да тут вся игра как Dark Souls, с боссами особенно когда. Только надо типа это, ну вот тут не хватает того, чтобы стиком навестись на врага. То же самое, что в Dark Souls, реально вот без наведения на врагов драться, ну это просто забей. Новая краска. Я надеюсь, она прикольная. Фух, сразу на уровень сбавили угрозу. Чё там по краске? Кстати, новые трубы. Еще и скорость увеличена. Так, что там? О, неплохо. Хорошо, пусть будет такой камуфляж. Но теперь надо рисунок основной поменять. Точнее его цвет, пусть он будет черный. Мафа. Так, святой поневоле уровень 2. Больше не будет драк, я надеюсь. Да, не будет и больше. О, сколько лома. Как тебе игра стоит своих денег? Для меня, да. Мне надо выше, а я чуть-чуть вниз не уехал. Норм. Джеронимо! Ну вот это вообще не круто. Я брал лом. Что это за звук был? Я не понял, как я умер. Что же Dark Souls 3, да? Да. Многие уже готовы его пиратить, потому что он 4000 будет на ПК стоить. Ты серьезно? Вот отсюда начинать? Ты, блин, серьезно? У меня аж голос сел. Ладно, хоть убивать всех не надо. Ладно, хоть не надо всех убивать. Так, что тут у нас? Так-то лучше. $800 третий Dark Souls у реселлеров стоит? Чувак, ха. Ты в какой стране живешь? 800 рублей Dark Souls 3, конечно. Так. О, я тут не был, кстати. Ну, не зря, в принципе, умер. Да, я набрал весь лом, все, 100% локация открыта. Еее.
Теперь бы мне еще понять вообще, куда идти-то собирался. Да, вот тут был огонь. И сюда бы я вернулся. Там еще нет. Да я уже все взял, чувак. Мне написали, что локация на 100% сделана. Я вообще не понимаю, куда я иду. Да, я по туннелям шел. Куда-то в итоге вышел. Сюда, потом сюда. Потом вроде бы сюда. Да, и наверх. Надо уже не набрать. Эх. Только попробую упасть, мне снова придется пешком переться. Да, мне пришлось всю локацию заново проходить. А ты на это смотрел? Тебе нравилось? Наше замечательное строение будет предзаказ такая отдельная. Счастлив просто. Ах, ну я спрошу издателя, может нам дадут копии дополнительные. Ну типа просто ключики, которые ты такая отдельно добавит. Ну а так, конечно, да, всем людям придется покупать за 5 с лишним тысяч, или сколько там. Ну, это, по-моему, коллекционка 5 с чем-то, а такая версия 4, что ли, тысячи стоит. Где Destiny со всеми дополнениями. Ну, типа, сами говорят, что игра не особо популярна, если, типа, кто-то ее, ну, не покупал, то сейчас купят сразу все. И вот, мол, это имеет логику и смысл. Так, окей, наверное, выйти. И чё? Ты чувакам из Ubisoft сказал, что ключи раздал, а у них это, ну, типа, высветится само. Пикизи, я не смотрел «Дорогу ярости». Я смотрел только оригинальную трилогию. Ну и второй фильм лучше всего. Все, я в жопе мира. Я выполнил доп-квест. Теперь, наверное, поедем основное делать. Хотя, нафига ехать, аж могу телепортироваться. Я ведь прав.
Не, знаете, надо доехать вот до этой точки, чтобы открыть ее. Потому что потом придется прямо от базы пилить до этой новой башни. Это далеко. А, машинка теперь прикольно выглядит. Да я хотел... Ну... Камушек. Привет! Кто? Я? Вообще ничего не делал. Ногу свою убрал от меня. Я думал, меньше урона будет. Откуда 3500 лома? Но мне... Вы что, серьезно? И что? И как мне туда, типа, пройти? А, я думал... Во время бега, ну типа вот бежишь и прыгаешь, значит там, по-моему, не перепрыгнул. А как? А, понял, все. Край надо было пройти, но обычно просто желтеньким рисую для вот таких, как я. Но тут не нарисовали, я понял, что типа, what the fuck. Да все, все, я понял, 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 ребят. 4 секунды всего лишь потерял. Кидай лом в стену, зачем? Поехали, осмотримся. Кончился. Нетерпеливые все такие, прям не знаю вообще, куда спешат. Ты чё гонишь? Я же только что залил бензина. Это чё, шутка какая-то, что ли? Сломали эту платформу, дали пустую канистру тут. Хоть так. Давай, полный вперед. Посмотрите, сколько она бензина жрет. Я вообще спущусь потом, нет? Блин, а что будет, если бензин кончится на самом верху? А вниз не спуститься? Ржавая книга. Вот там мне жопу порвут. Сложность 5.
Еще сложность 5. Ну это типа не говорят, давай, типа, вали на старой локации прокачивать смерть. Я такая, не хочу покачиваться, я хочу по сюжету. Они такие, покачивайся, иди. Не будет никакого сюжета. Все? Ну я вас поздравляю, мы еще часов на 40 здесь. Не, на спуск бензин не тратится, это хорошо. Ну, типа, ну, по идее, по логике все правильно. Топливо врубать. Чё, кто там приехал? Так, мне нужны патроны. Со всяким этим. Потом мы отправимся в крепость. Нет, не отправимся в крепость. Мы потом вот от этого шара поедем по основному квесту. Так, все, мы все дали. Мы все дали. Да, штука, которая хп восстанавливает, было бы неплохо, конечно, взять, наверное. Воду дают, и то хорошо. Вот опять, что-то типа новое, но на самом деле ничего нового нет. Вот я тут, теперь я перемещаюсь вот сюда. И мы едем в самый большой город, ну, типа самое главное место в игре. Где что-то нам там надо сделать. Будет такой лол, если это последний квест, типа. В Фритюр мы едем. А потом еще и Гастон. Нет, тогда не в сам посреди. V8 должны дать. О, это было бы так прекрасно. Я был бы так счастлив. Пикизи, я и говорю, что 40 часов это вот я буду все выполнять. Тогда. Квест я сдам. Ну, я видел, видел. Я просто читаю чат и еду. Машину что-то там поломалось. Топ водила. Так я чат читаю, я могу не читать чат. Вот сдаю красноглазки, по идее дают V8. Ну сейчас мы съездим на основное задание. Все, машинка нормальная, теперь поехали. Знаете, что я делал? Я читал комментарии, где написали, что я как Наполеон, читаю комментарии и вожу. Этот забор, по-моему, со мной не согласится. Все, открыл гонку. Отсюда потом смогу стартовать. Офигеть.
Если ты знаком со вселенной Mad Max, смотрел фильмы, в которых всегда было интересно, что же там за песчаным холмом. Непредсказуемость присутствовала определенно. Превосходность игры в том, что можешь заехать и посмотреть, что же все-таки за холмом. Вот, да, это реально огромный плюс. В том-то и дело, вот, что мне нравился этот мир, и я всегда хотел, чтобы его побольше показали, там побольше всего посмотреть о нем. Ты чё, какой-то конченый чувак. Ну как и в любой, в принципе, вселенной с постапокалипсисом, хочется всегда побольше себя посмотреть. Убил 110 морозков. Неплохо. Вот, короче, то, что пишет уровень 4, это на самом деле 10 уровней в игре. И каждый из 10 уровней еще делится на 10 подуровней. Вот это 4-й подуровень. 6-го или 7-го уровня, по-моему. Ну все, мы едем на самую главную крутую территорию. Конечно же, она будет за холмом. И, конечно же, нужно красивую музыку под въезд. Я даже и не знаю, честно говоря, какую. Эх, чё бы можно такого? Что я, типа, заезжаю. И, типа, так все тут эпично. Во! Поехали. О, еще и через туннель. Еще и какие-то психованные тут. Что это за крепость? Ууу, как черные врата, прям не, не хочу. Смотрите, какой там мат творится. Твою налево. Все пытаются меня реально убить на пути. Абсолютно все. Гастаун. Охренеть. Чё-то как-то... Я даже туда заезжать не хочу, честно говоря. Stay put. I'm gonna look around. Don't forget the outcryer. The race. People do forget here. Always someone's a prize. О, он тебя все-таки заточил, да, в клетку? Hey, Dune Drifter. I've something to tell you. Me and my child, on our way to our new master. Our rig was ambushed by buzzards. But we fled. What do you want? There's hidden things in the rig. A treasure for someone like you. Why tell me this? I'll do nothing for you. I have a feeling you may yet. The rig still sits in the tunnels. Go there and see. And I was just getting used to not being caged. Still. Так, максимальный магазин для снайперки. Ну я, конечно, сделаю потом, но это не так, чтобы важно. It's only for real runners.
Так, ну и наш основной квест здесь. Внутрь-то нас, естественно, не пустят. Смотри, просто офигевает от работы. Fresh meat for the grinder. Straight from the unforgiving waste. I want to join the races. You see that slate? You put your mark on it. Then I'll put you in the murder dome. You work the blood and gut circuit for a couple of years, survive it, make champion, then maybe I could start grooming you for a shot in the races. No time, Jawbone. I need to join the races now. Okay, maybe we can find a spot for a man of your temperament. Mm-hmm. Yeah, in return for a favor. A very dangerous, possibly suicidal, favor. Eh? You see these? These are lights. But they fade. And when they fade, I fade with them. But if a man, a very desperate man, were to fetch me some new ones, you follow me, Wastelander? You want new bulbs. I want new ladies! Yeah! I want a lot of them! I asked them all! The gangbangers, the torpedoes, the noosemen, but no one would help me! You know why? Because they don't have the stones for Buzzard Country. Tell me exactly where they are. Так, ну хорошо. Хорошо. First he wants an errand run. Ну, как всегда, на миллиард квестов сделать. Так. Нам ничего не будет ставить. This is good news. We do the outcriers bidding, and you're in the races. Но сначала мы отправимся вот сюда и сдадим задание, и нам, возможно, дадут V8 наконец. Блин, где? А, вот. Вот. Сюда. Как думаешь, много еще проходить? Ну, я говорю, часов 40 со всеми там доп заданиями и прочим. Так. Угу, иду, иду. We got the sale. It'll come to good use. Still sounds like a fool's errand to me. So is doing nothing. We cannot all give up and just wait to die. Now for my end, your righteous reward. Джефф, дождись меня, это моя последняя командировка. Обещаю, когда вернусь, если вернусь, изменится к лучшему с любовью, Адам. I'll find these landmarks. I'll find the loot. Бич тиран опустил, красноглазка получила парус. И где нафиг мой V8? Джек, тебе дадут V8 от этого квеста. Иди туда, на базу, Джек, и беги на базу. The food remains a problem. I know an undiscovered place of the old world, full of tin cans. More food than you and I could ever eat. Bring back what we need, and you get all that remains.
What do you think? Deal? Deal. Проект опарышевой фермы. Запасы еды. Окей, окей. Не, мне сначала надо сокровище найти. Я, правда, не знаю, как оно помечено будет. Что он сказал, что типа, вот, сокровище, я пойду его найду. Где вообще это сокровище? Не знаю. Спасибо за подписку FPRM92. Добро пожаловать. Чмоки-чмоки, лавки и все такое. Ну и чё тут? Ну вот это вот её квест. До северных тоннелей с едой добраться. Далековато, конечно. Ладно, поехали. Сколько до новых смайлов? Да человек 45. Никто не хочет подписываться. Говорят, курс большой. Лол, эта тачка так кто-то осталась стоять. Пойди. Я еще лом тут не добрал. Certainly, yes. You know I would never leave her side. А я сейчас посмотрю, что надо для V8. Миссию вождь надо выполнить. А тут второго уровня нужно, чтобы была территория на... где брюховес. V8 это миссию вождь, да? Что у нас вообще по заданиям? Шедевр дикарь. Не, пока никакого вождя я не вижу. Кстати, во, я ж могу тут. Где там этот был? Подарок-то типа это она мне дала. Принц смерти сейчас идет. Вот идет хлеб насущный и улучшение для снайперки. Общий северный тоннель. Блин, да. Там на фоточке какое-то это было место, которое надо было найти. Он сказал Hammer Time. Ау. Джиггернауты. Нифига себе. Ха-ха.
Почему я в водителя не попал? Поехали. Да ты задолбал меня, давай. Пошел отсюда. Так, сюда. Я прочитал, эти трусы улепетывают. Сначала не понял, в чем смысл. Джек, задание называлось «В свое время». Казочное местоположение тайника с шинами. Ну, блин, значит, где-то на карте тайник отмечен, я не вижу просто в упор этого места. Может быть, вот такой какой-нибудь тайник, типа место поживо отмеченное, типа давай, иди ищи. Может быть, вот это вот. Может, вот это. Ладно, в любом случае, потом все это обыщу. Нефтяной насос какой-то я от него уничтожил. Забейте. А, чини дальше, чини до конца. Это разбомбят еще. Often, her gift is that of a sudden and painful death. Я вообще боюсь тут застрянуть. Застрянуть, господи, застрять. Ужас. Приехали. Сиди тут, я пойду. Машинка, кстати, по-моему, вполне неплохо выглядит. Уж точно не супер разбитый. О, еда. Приятного аппетита всем. Ау! Что это за машинка-то такая? Реально какая-то прикольная тачка. Что это за тачка? Ага, я хочу ее в свою коллекцию определенно. Такой тарантас прикольный. Фу, ночной щит появился какой-то. Ага, я не успел. Я мразь по сапфанке. А потом в бешенстве с двух ног как влетел. Потом как начал крошить просто.
Почти 4000 лома. Ей. Так, а что тут вообще ищу-то? А то я что-то даже забыл как-то. Что ищу-то? Что-то ищу? А что ищу, не знаю. Блин, у этой штуки выхлопухи вообще бешеные. Да это ж гоночная машина-то. Ха-ха, прикольно. Прям как в мафии. Может, мне сюда надо было? А вот эти ворота типа открыть тачкой. Не знаю, короче, бегать он не может, мы пойдем пешком. Ну давай быстрее. Ну, Макс, ну быстрее. Сейчас проверим. Это, видимо, просто какую-то секретку там открыл. И она не идет туда, куда мне надо. Как же. Все это медленно делается. Да. Тянем, потянем, вытянуть не можем. Пофиг, бери лом. 4000 лома, хайп. Звук как будто бы пропал в какой-то момент. Блин, отпрыгни от них, а потом выстрели в лоб. И вот этому справа. Справа. Понятно. Захватить он меня решил. Мелких сразу надо валить, чтобы они потом всю жизнь будут портить. Успей. Хорош, отлично, Макс, давай. Ой, хорош, ой, хорош. Fucking shit. Not more of you? О, труп крутится. Хотя его никто не трогал. Ты жив? Видимо, нет. Так. А, вот все, понял. Давай. Да, он в конце. Ола. Big one. Наверх. Миллион врагов. Нет? Нет, что-то другое. И чё? Ещё нам показали. Ну и вот он, вот уок.
Мафанг. 404. На машинке надо быть на козырной реально потом и ехать. Только мне придется вот так вот супер-пупер медленно идти до нее обратно. И не бежать. Все, максимальный магазин. Брюхо зверя, задание пустоши выполнено. Серию заканчивай. Ребят, вы прослоупочили в прошлый раз, и мы закончили на 14 минут позже. Сейчас мы должны закончить в 4.14. Так, кто? Да, еще нет этого времени, поэтому... Плюс мы квест выполняли. Что там происходит? Странно это было. О, я понял, как быстро это передвигаться. Все, я теперь на этой тачке поеду. Нет, топит она реально мощно. Жаль, ее прокачивать нельзя будет, конечно, но... Как экземплярчик я бы ее куда-нибудь бы... Может, сюда ее привезти? По-моему, разницы-то реально большой нет, куда везти. Новая тачка! The Last of Us напоминал, да, этот момент в туннеле. Когда эти щелкуны там щелкали везде. Тут тоже какие-то звуки были странные. Ничего не вижу внутри. Но так выглядит довольно... Блин, капец, она топит! Золотая тачка, золотая. Красиво. Вот это... А у нее реально вся прокачка моя, походу. Ну, типа, не трое, все такое. Да, да, и водитель внутри все тот же. Кто-нибудь остановите ее. Кстати, можно уровень поднять. Ну ладно, обратно пути. Чувак, стой! Hello. Lost his flame. See? Over there. The flame is dead cold. Without it, he won't keep his flock of wildfire long. Чё мы все садимся на шину, что-то там пырится? 50 лома. Да я миллиардер лома, мне не нужны твои 50 лома. Смотри-ка, у меня тачка золотая. Жесть. Открывайте, король вернулся. На двух колесах уехал. Ах, новый транспорт. Новый транспорт. Новый транспорт. Новые квесты. Арсенал можно построить.
Так, ну арсенал хорошо, арсенал хорошо. Не буду я вам лом свой отдавать, драгоценный. Сидите тут, живите в своей помойке. Так. Верните мне патроны мои, спасибо. Ну вот тут, думаю, можно серию для Ютуба как раз завершить. Так что всем спасибо, что смотрели. Увидимся в следующей серии. Mad Max, безумие. С вами был Джек, счастливо.